Здорово, это Шамшурин, и это видео с признанием. Признание будет следующим, что мне жутко надоело, ребята, видеть все больше и больше каналов для нытиков. Каналов, где сами жертвы и нытики, обстоятельств, которые пострадали от женщин, вещают для таких же и плодят и аккумулируют все больше и больше подписчиков нытиков. То есть это каналы для тех, кто пострадал от женского негатива и от женского коварства. Ну вот, значит, в этих каналах только обсуждаются темы о том, и комментарии такие же. Она от меня ушла, она меня бросила, там, она мне изменила, она со мной так-то обошлась, там, она мне, не знаю, она ушла от меня к собаке. Все что угодно, кроме того, что же делать, чтобы такое больше не повторилось. То есть туда приходят люди, у которых были какие-то проблемы с женщиной, которые считают, что в этом виновата только женщина, никто еще. И они слышат то, что хотят услышать. Да, ты мой хороший, какой ты бедный, несчастный, как же тебе не повезло и так далее. Но ключевое в чем? А делать что, чтобы не получить такой же результат в будущем, там не говорят. Там просто слушают твое нытье и ноют тебе в ответ, какие они все коварные, злые, плохие. Кто виноват? Еще раз. Кто виноват в том, что у тебя не хватило знаний, опыта, навыков для того, чтобы найти себе, во-первых, ту женщину, которую ты хочешь, во-вторых, распознать, подходит эта девушка для хороших, серьезных отношений или нет. Кто виноват в том, что ты сразу не поставил себя с позиции сверху в общении с женщиной? Кто виноват в том, что ты сделал так, что эта женщина тебя не уважала? Только ты. Давай возьмем пример с хулиганами в школе. В школе хулиганы были всегда, они всегда были, есть и будут. Допустим, они бьют какого-то мальчика. Кто виноват в том, что эти хулиганы бьют этого мальчика? Первично, конечно, ну, конечно, они же хулиганы, но хулиганы никуда не денутся. Так устроен мир, понимаешь? Да, можно копнуть куда-то в детство, можно сидеть, ковыряться в первопричинах, там, искать какие-то источники проблемы, но это не решит проблему. Можно сказать, что виноват папа этого мальчика, потому что папа не научил его постоять за себя. Но по факту виноват в том, что позволяет с собой так обращаться, только этот мальчик. И я решил дать шанс этим людям, которые просто забрели немножечко не туда и нашли подтверждение своему негативному опыту. Я решил дать шанс в том, чтобы они увидели, что общение с женщинами может приносить радость. Это не только обида, трагедия и какой-то негатив с их стороны. Есть мужчины, которые пользуются популярностью у женщин, которые кайфуют от общения с ними, у которых прекрасные семьи, прекрасные отношения. И это лишь подтверждает тот факт, что сейчас ты просто забрел не туда. Недавно я делал опрос среди своих подписчиков, особенно тех, кто прошли мои тренинги, курсы и какие-то там прочитали книжки. Я спрашивал, ребят, что вы думаете по поводу новогодней распродажи с 90% скидкой? Большинство из них одинаково сказали следующее. Не нужно обесценивать свои продукты, не нужно обесценивать твои тренинги, твои знания, потому что они крутые. И если бы мы тогда знали, насколько они крутые, мы бы заплатили за них еще больше. Но, вопреки их обратной связи, я все-таки решил сделать, ребята, для вас подарок на Новый год и дать шанс тем, кто забрел не туда. Дать тем нытикам, которые ноют, что женщина обошлась с ним плохо, понять, что только ты виноват в том, что так произошло. И самое главное, научить вас так себя вести, позиционировать, чувствовать себя так, чтобы в следующий раз со следующей девушкой вы таких ошибок не наделали. Итак, новогодняя супер распродажа всех моих тренингов, видеокурсов, книг и всех материалов с 90% скидкой. Я бы даже назвал ее новогодняя всеобщая вакцинация от онанизма, алинизма и одиночества. С чем это связано? В первую очередь с Новым годом, а в Новый год принято дарить подарки. Во вторую очередь, что я сильно и крайне возмущен тем, что все больше и больше плодится нытиков мужского пола. Вы должны оставаться мужиками в первую очередь. Третье. Все мои видеокурсы, все мои тренинги, все мои живые мероприятия с Нового года дорожают в 2 раза. И качество этих продуктов будет еще более высокое. Что входит в эту распродажу, в эти курсы? Туда входят курсы по живым знакомствам, туда входят курсы по общению с девушками в онлайне, как получать лучших девушек из сайтов знакомств. Туда входят 2 диска по свиданиям, на одном из которых я с красивой девушкой провожу в прямом эфире свидание, и она дает обратную связь. Туда входит флешка «Практика». Это уникальный материал, где мы сами делаем упражнения и задания нашего тренинга и показываем вам на скрытую камеру с примерами, как это работает. Туда входят 2 мои книжки в формате PDF и 1 из них в аудиоформате.
входят теоретические материалы, практические материалы по кинестетике, прикосновениям, по преодолению страха подхода. Весь пул моих видеотренингов и курсов, и все это в новогодней распродаже со скидкой до 90%, либо всем пакетом, либо отдельно любой интересующий тебя курс. Вот такой подарок на Новый год я решил сделать для каждого мужчины, который смотрит мой канал. Начни с Нового года новую жизнь, начни действовать и перестань просто ныть и жаловаться. С 20 по 24 декабря будет открыто окно продаж. Только в эти 4 дня ты можешь успеть приобрести эти материалы с 90% скидкой. Все подробности под этим видео для того, чтобы получить промокод специальный с еще дополнительной скидкой к общей скидке от распродажи и не пропустить окно продаж, которое будет с 20 по 24, переходи по ссылке под этим видео, подписывайся в мессенджер и увидимся там. Все, пока!